8, да, получилось? 8, ну вот, вот он. 7. Ну вот это вместе, это 7, 8. 8. Ну хрена. 1, 2. 8, 8, 8, 8. 8. Зеленое слово защиты. Остылось, и осталось последний. Принцип, который связывает нас со второй частью нашей дисциплины, с муниципальной службой, это принцип взаимосвязи. Принцип взаимосвязи. Кого с кем читаем? Государственная служба, муниципальная. И муниципальная служба. Вот там у нас здесь будет еще муниципальная служба. И они взаимодействуют. И здесь у нас опять же антиномия. Как взаимодействует государственная служба на муниципальную службу? Ну, я думаю, здесь вот все то же самое, что и в федерализме. Похоже на федерализм. Федерализм – это взаимодействие элементов внутри системы государственной службы. А здесь это взаимодействие государственной службы и муниципальной. Два у нас получается. Автономия и унитарность. Ну, напоминаю, что, конечно, согласно идее Конституции 93 года, муниципальная служба вообще не входит в систему государственной службы, это вообще что-то отдельное и независимое. Но потом, итак, взаимосвязь государственной и муниципальной службы. То есть была изначально идея полной автономии. Вообще полной автономии. Но затем, когда стало вот это выстраиваться, унитарность, стало выстраиваться и федерализм. Например, в городе Волгограде у нас раньше мэра избирали. Теперь мэра назначает из субъекта федерации. То есть там понятно, что не может быть полностью автономный муниципалитет. Он должен быть связан с системой, да? Он должен как бы быть встроен в систему государственного управления вообще. Он не может быть самостоятельным. Вот, что хочу, то и ворочу. Это одна крайность. Но он и не должен быть вообще безгласый. Ничего, никакими полномочиями не обладающий. Это опять же вот эта система, что мы не можем руководить чем-то. У нас есть специальный спинной мозг, который работает, которому мы поручили, чтобы тело наше работало, а голова бы занималась другим, приближением божественного к мышлению. Итак, все по поводу 8-9 принципов. Принципы организации системы государственной службы. Какие есть вопросы?